Патриотизм начинается с любви к малой родине. Активное участие в ее жизни и работа во благо открывают новые имена патриотов. Ежегодно в области проводятся церемонии награждения меценатов и благотворителей в номинации «Жумар-Джурек». Праздничные мероприятия, приуроченные к 30-летию независимости страны, прошли в Жангалинском и Таскалинском районах. В Жангалинском районе отметили тех, кто внес весомый вклад в его социально-экономическое развитие, проявив заботу и участие. Помог реальными делами родному селу, своим землякам. Среди них можно выделить главу крестьянского хозяйства Ерсултан Сандыгуль Исмагулову, руководителя крестьянского хозяйства Адлет Асхата Мусрепова и Жаилхана Жубаналиева. Каждый из них реализовал крупные социальные проекты, направленные на улучшение жизни в регионе. Кроме того, общественное объединение «Руханият» было признано лучшей организацией года. Спасибо всем организаторам этого мероприятия. Для нас большая честь быть отмеченными такими наградами. Мы, как истинные патриоты своей страны, будем стараться делать благие дела для нашей малой родины, для нашего села. Также в номинации «Туган Ульке» были отмечены лучшие, оказавшие спонсорскую помощь в благоустройстве населенных пунктов, в строительстве парков, аллей, памятников и детских игровых площадок. Премия «Жумар-Джурек» – это уникальный проект, который продвигает идеи благотворительности и меценатства. Праздничные мероприятия прошли и в Таскалинском районе. Среди награжденных – Жанна Бесалиева. Ее отметили в номинации «Жумар-Джурек». Я впервые принимаю участие в таких мероприятиях. Праздник прошел на высшем уровне. У нас своя пекарня, мы печем хлеб и другие кондитерские изделия. Рады служить своему народу. Спасибо организаторам за награду. Премия «Жумар-Джурек» – это очень важное поощрение и стимул для людей, которые способны творить добро бесплатно, зажигать сердца других. Такие благие дела послужат примером для последующих поколений, отмечают общественники. Зажил война, ауданымызда. Хочу еще раз поблагодарить наших земляков за их достойный вклад в развитие своего района. Сегодня были отмечены лучшие из них. Мы вручили награды 16 таскалинцам. Праздничный вечер продолжился концертной программой, подготовленной местными творческими коллективами. Алексей Кочемасов, Альбина Кумаргалиева, Талгат Муратбаев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.